Самый будний день, самый лучший наш клиент. Стены комнаты меняет на спортивный интерьер. Да спортивный шмот здесь типа люкс-манер. Эта карта безлимитна, говорят вокруг мне. Потусив на скалодроме, руки на износ. Безопасно, чтоб спуститься, я использую трос. Плохо скрытым наслаждением инструктаж ведут. Скалодром не надоел, переходим на батут. Эй, детка, тренер ты или подделка? Это я, ну перепрыгни. Это лучшая проверка. Спорим с парнями за битву, рискуем и идем. Глупо биться на бабуках, все когда-то упадем. Где-то часа в три буду хавать фуд-стрит. Руки надо бы помыть, мне не нужен бэт-трип. Этот бургер колоссален, не залезет в рот. Откусив еще кусочек, аппетит все больше прет. Это бургер, например. А это пита, например. А это пончик, например. А вот это я б не ел. А это скалик, например. Это батуты, например. А это лазер, например. А вот это беспредел.